Первыми поздравления принимали члены многочисленной семьи Шинакан. В этой дружной семье пятеро детей. Папе Ваче Шинакану приходится много работать, чтобы содержать родных. А его супруга Ирина сейчас занимается воспитанием младших сына и дочки Грайра и Софи. Дети Алиса, Мария и Давид успешно учатся в школе, посещают творческие кружки и спортивные секции. У меня у мамы шестеро детей. И сейчас уже, когда все взрослые, очень здорово. Много родственников, все дружно, собираемся сразу. Такая своя дружная компания, поэтому всегда хотела, чтобы у моих детей тоже было много близких людей, которые могут и помочь, и поддержать, и просто. Старшая дочь Алиса уже 9 лет занимается в театре-студии «Индиго». Победитель и призер различных конкурсов. В школе идет на золотую медаль. Дочка Мария учится во втором классе, занимается вокалами, танцами. А мальчики семьи Шинакан увлекаются спортом. Нас очень много в семье, мы все любим маму, она у нас сильная. И не каждый может выдержать столько детей. Мы все ее любим и поздравляем с наступающим праздником. Председатель Совета микрорайона Запада Дмитрий Папандопола поздравил маму Ирину с наступающим праздником и вручил подарок – новый пылесос, который необходим в каждой семье. Другая многодетная семья Кульковых встретила председателя микрорайона приглашением на чашку чая. У Сергея и Светланы четверо детей. Старший сын Вадим и три дочки – Инна, Лилия и Юлия. Светлана сама росла в многодетной семье, где воспитывалось шестеро детей, поэтому всегда мечтала о собственной большой семье. У моих родителей 18 внуков. Да, скоро будет 10 правнуков. Вот, и поэтому для меня один ребенок – это не ребенок. Так было восприятие с детства, что моя семья должна быть тоже многодетной. Может быть, не 6 детей, как у моей мамы, но пока Бог дал 4. Поэтому радуемся 4 деткам, растим. Сын Вадим занимается выпиливанием по дереву на станции юных техников. Лиля увлекается волейболом, а Инна с Юлей ходят в музыкальную школу на занятия по классу фортепиано и очень любят петь. Мама, первое слово, главное слово каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. А мама Светлана любит готовить для своих близких. Поэтому подарок председателя Совета общественности оценила особо. Говорит, теперь освободится больше времени для детей. Дмитрий Папандопола поздравил многодетных мам с наступающим Днем Матери и пожелал семьям здоровья, благополучия и простого семейного счастья. И заверил, что многодетным семьям в микрорайоне будут помогать.